Крылья Советов должны войти в десятку лучших футбольных клубов России. Такую задачу перед новым главным тренером поставило руководство клуба. О том, что Александр Цыганков назначен наставником самарской команды, было объявлено накануне. Контракт составлен на год с возможностью продления еще на два. Напомню, Александр Цыганков уже во второй раз исполнял обязанности тренера после того, как Самару покинул Гаджи Гаджиев. Он выводил команду на два матча. В обоих удалось набрать очки. С Томью победа 1-0, с Рубином ничья. Решение такое надо на сегодняшний день отдать в руки своему родному человеку, воспитаннику Крылья Советов, игроку и человеку, который 7 лет непосредственно играл в команде. Из всего того, что мы рассмотрели, из всего того, что было, и думать, что придет еще кто-то, надо попробовать своим. Я думаю, меня поддержат и губернатор, и болельщик. Я думаю, что меня поддержат все любители футбола.